еще один родник, который течет прямо рядом с полотном дороги, разделяющий одну часть села Каменный Рог с другой частью села Адельшина. Адельшина, оно это вот про-село, то есть оно изначально было, существовало Адельшина. Понятно, что какой-то был тайский князь, а дальше и вот здесь вот на этом месте был раньше, помню, в моем детстве деревянный мост. Деревянного моста нет, понятно, да, куда пошло. А дальше вошло в состав Каменного оврага где-то в середине 90-х, 70-х. Где-то в году 1976 году вот. Как раз был мост, который, по которому было страшно переходить, я помню, в детстве, а там был ветер. Там у нас сейчас работают электрики, вот, меняют линии, там ветки, видимо. Я их не снимаю, попросили не снимать. Человек ответственный. Вот, короче, вот здесь вот родник на дороге. Здесь да, родник есть. Жить ствол выдолбленный. Вот там что-то. Января довольно, если слышите, довольно громко бурлит.